Да что ты будешь делать? Папа не так сказал. Ой, да. Мама. Мама. Колечко отпускаешь. Он сказал, держишь за леточку. Поехали, поехали. Ловить рыбка большая, маленькая. Сонечка, маши мне. Как наша уха? Мам, не зацепи только меня. А Муся? Все нормально. Почему крючок-то видно? Кончик надо прятать. Мама, это компромат. Что? Конец всегда беречь надо. Это истина. Только не в меня. У нас суп кипит. Люди у нас, мам, пойдем соль добавим и это сам, у нас суп кипит. Так ты идешь или нет, а? Ну, а соль надо добавить, рыбу кинуть, тебе нужен, не знает. Олеся занята. Вот так. Мы сейчас немножко посолим и пускай картошка варится. А где соль? Езжай. Я встану в 5 утра. Я к вам приползу в палатку. Смотри, не помешай. Всем только в... за рыбой. Нет, вообще нет. У Сереги есть рыбка. Пойди, мы его к столу пригласим.
Но пригласим. Дай позвоню Сереге. Мы его к столу пригласим, пускай с нами уху покушает. Нету его, нету. Есть, он сказал, дай я позвоню. Ага, сейчас он тебе подниматься будет, да, сейчас. Ой. Я сейчас удочку возьму, хотя бы щучки 2-3 вон там, а тут берег мелочи подерну и хватит нам. Тогда я с тобой. Отстань ты. Пошел. Я сказала. Я поехала на рыбалку. Дай мне удочку. Я с тобой. Блять, ты посмотри, какая. Я хочу рыбку поймать. Дай сюда быстро удочку. Нет. Вот сейчас ты сделаешь так, что никто ничего не поймает, понимаешь? Ну, я хочу половить. Хватит нам одной рыбки, давай. Завтра порыбать. Попозже, попозже. Вылезай. Ты вредный. Силантий, вылезай. Ты вредный. А? Ты куда приехал? Она тебя просто достанет сейчас. Дернул. Давай я с тобой. О, блин. А что она не работает? Ее чистить надо, у нас уже... Пап, пойдем. Ну, слушай, пап, пойдем выпьем за мое здоровье-то, а? Вот там бабы какие-то приехали. Скричали слава. О, сейчас покажу, где они тусуются. Да. Вот уява там кричали. Скричали слава. А вот у Олеська говорит, мам, кого не зовут-то? Я знаю, на папу. Теперь поплыл. Обратно. Да хрен за он плывет. Ой, блин, мне и травку курить не надо, я сейчас усусь. Мужик, ты уел или нет? Слав! Ты уху ел или нет? Иди домой. Я сейчас на ту сторону перевезу. Ни за что, я здесь до сентября живу. Да мама. Тихо. Я здесь живу до сентября. Тихо, мама. Да мама.